Добрый день, коллеги. Вот уже четвертый раз лаборатория маски ФПМИ проводит гуманитарные лекции для широкой аудитории. Сегодня мы поговорим о том, откуда мы узнаем информацию об античном обществе. Это очень важно, потому что периодически коллеги приходят с вопросами о том, что ядерная война была в 19 веке, и давайте вы нам это опровергните. Вот. И это задают люди серьезные, иногда кандидаты физико-математических наук, иногда даже доктора, профессора и академики. Вот. И нам не очень нравится, что люди, высококвалифицированные в своей сфере, иногда пребывают в плену каких-то таких вот очень таких весьма школьных заблуждений. О том, что ученые все скрывают, но не до такой степени. Вот. Это сотрудник нашей лаборатории Дмитрий Владимирович Зайцев, Рон Хиггс. И теперь физтех. Ну, в какой-то степени. Да. Можно начинать, да? Спасибо. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Вот, да, я сегодня представлю лекцию на тему «Откуда историки получают информацию об античном обществе». Вот, собственно, чтобы нам с вами сегодня поговорить о том, откуда, собственно, эта информация черпается, нужно нам, наверное, ввести несколько базовых понятий, потому что, ну, я откровенно не знаю все-таки уровень аудитории с точки зрения представления о том, чем занимаются историки-ученые, потому что, ну, я как человек, больше 7 лет отработавший в школе и долгие годы работающий в университете, могу сказать, что школьная программа, она дает, в принципе, достаточно слабое представление о том, чем занимается, собственно, ученый-историк. Да? Она дает в основном такую общую канву событий, а не, собственно, механика, которая здесь происходит. И, ну, если говорить очень грубо, то практически любой историк занимается в первую очередь источниковедением. Он работает с источниками и, собственно, пытается из них выявить какую-то информацию. И здесь нужно нам дать сначала несколько таких базовых понятий. Во-первых, что такое исторический источник как таковой? Под историческим источником, ну, есть много определений, практически у любого понятия, как вы понимаете, есть много определений. Я, честно говоря, буду пользоваться здесь самым простым и утилитарным. В принципе, исторический источник — это все, что угодно, что несет в себе какую-нибудь информацию о прошлом. То есть теоретически, в принципе, даже вот эта аудитория, ее парты тоже являются историческим источником о, не знаю, там, истории высшего образования в России в 21 веке. Вот. Естественно, у каждого источника есть своя относительная ценность. То есть, ну, к примеру, и ценность зависит, кстати, от многих факторов. То есть, к примеру, если мы будем с вами изучать, допустим, войну с Наполеоном по «Войне и миру», у нас это получится достаточно плохо, да, потому что это текст, написанный там спустя несколько десятилетий после событий, которые там отражены, текст художественный совершенно, да, то есть ни документ никакой, ни там какие-нибудь записки участника этих событий и прочее. С другой стороны, если мы представим себе, что у нас вся письменная традиция вот до Льва Толстого внезапно куда-то исчезла, нам ничего не останется, кроме как изучать «Войну и мир», и, конечно, у нас получится очень такая, знаете, своеобразная картина «Войн с Наполеоном», но, тем не менее, мы будем знать, что был такой Наполеон, был Кутузов, правда, при этом будем еще, наверное, задаваться вопросом, насколько исторична фигура Болконского и некоторых других персонажей в этом тексте. Ой, так, сейчас, простите, один момент, презентацию нужно, так сказать, слегка это привести в чувство. Так вот, соответственно, это что такое исторический источник? Теперь, собственно, что такое источниковедение? Источниковедение, в принципе, это наука, которая существует довольно долго. Она в основном воспринимается как наука техническая, то есть наука, которая вырабатывает подходы и методы для изучения и работы с определенными типами исторических источников, потому что, ну, естественно, нужно совершенно по-разному подходить к анализу какого-нибудь документа и к анализу переписки, допустим, современников событий. В любом случае у нас будет целью выявить какую-то историческую информацию из них, но специфика у того или иного типа источников, она имеется.
Вот, собственно, сейчас, особенно в последние десятилетия, специалисты, источниковеды, в принципе, задали несколько новые определения для своей науки, так сказать, как наука, изучающая определенный исторический контекст, занимающаяся вообще анализом фиксированных источников информации. Потому что, если так подумать, то то, чем занимается историк, собственно, чтением и выявлением информации из источника, понимаете, эти методы, они полезны-то не только историкам, да, каждый из нас, в принципе, имеет дело с какой-то информацией, которая фиксируется в источниках информации, и так или иначе мы должны понимать, где мы автору этого текста можем доверять, где мы ему не можем доверять, где он заинтересован в том, чтобы нас обмануть, где он, может быть, сам заблуждается, да, а где он, как бы, даже не желая этого, сообщает нам какую-то важную и ценную информацию о том, о чем, например, он и не хотел бы нам сообщать, ну, либо не хотел бы, знаете, сознательно, либо не хотел бы, потому что не ставил себе таковой задачи. Вот, собственно, в целом в источниковедении выделяются два типа критики источников. Собственно, это тоже понятие критика источников, это процесс извлечения информации из этого источника. И в этом смысле, допустим, тезис, отсылая к Ивану Сергеевичу, да, который начал с того, что есть совершенно превратные взгляды о исторической самой по себе работе, вот то, что меня всегда очень смущает, когда я слышу тезис о том, что историки доверяют тем текстам, которые они читают. Потому что само понятие критика источника, оно как раз исходит из того, что мы, в общем-то, не очень доверяем там, тем источникам, которые мы читаем. И, в принципе, когда появляется какой бы то ни было новый текст, новый документ, новый, там, не знаю, археологический материал, первый вопрос, который встает перед исследователями, это, ну, во-первых, насколько это все, скажем так, достоверно, насколько мы действительно имеем дело с чем-то древним или действительно относящимся к тому периоду, которым оно пытается себя представить. И второе, насколько вообще информация, которая содержится в этом тексте, ну, отражает некоторую объективную реальность. Соответственно, есть два подхода, да, две стадии, скажем так, исследования. Это внешняя критика источника и внутренняя критика источника. Под внешней мы понимаем, собственно, анализ источника как материального объекта. Ну, даже с текстами это работает, потому что любой текст, там, Геродот или, не знаю, какая-нибудь повесть временных лет, она изначально существует в некоторой рукописи, ну, обычно в серии рукописей, которые до нас доходят от определенного времени. Обычно не времени, когда этот текст составлялся, естественно, потому что, ну, как известно, там, пергамен или папирус – это не самый долговечный материал, и, допустим, там, на несколько тысяч лет он может сохраниться только при очень, ну, все-таки нормальных условиях, да, не в каком-нибудь там оцаревшем, не в какой-нибудь оцаревшей библиотеке монастыря, там он за несколько сотен лет придет в негодность. Поэтому спасибо средневековым переписчикам, которые все это, как говорится, копировали. Вот. Ну и, соответственно, внешняя критика источника. Да, нам нужно, во-первых, понять, а с чем мы имеем дело. Да, поэтому что анализируется? Анализируется материал, анализируется, собственно, чернила, которыми это пишется, анализируется почерк, которым наносился текст какой-нибудь. Даже если это надпись на камне или на глине какой-нибудь процарапанный текст, в любом случае, да, он наносится определенным шрифтом. И если, собственно, ну, даже на самом деле на собственном опыте это иногда можно проследить, если мы сравним, допустим, ну, какие-нибудь рукописные тексты века 18, 19, 20, даже когда уже книга печатания появилась, мы увидим, что почерка, какие-нибудь правила грамматики, они менялись, и тексты будут выглядеть совершенно по-разному. Да? В древности, когда мы ведем речь о рукописных текстах, эта разница была еще сильнее, потому что ну, сейчас все-таки мы используем, так сказать, письмо от руки далеко не для всех текстов. Да? Когда у нас появилось книгопечатание, печатный станок, большое количество ценной информации мы просто отпечатываем. Печатный текст читается достаточно легко. Если это, конечно, не готический немецкий шрифт какого-нибудь
нового времени. Вот там даже печатный текст читать достаточно, может быть, болезненно, с непривычки, по крайней мере. Вот, когда мы ведем речь о рукописных обществах, да, когда печатного станка еще не было, когда мы пишем книгу, очень важно, чтобы это было читаемо, потому что одно дело, мы с трудом разбираемся в почерке студенческой работы, если она написана от руки, да, другое дело, если средневековый книжник должен переписать там огромный свиток, да, который мы сейчас зададим на 300 страницах. Естественно, он должен как-то разбираться. Поэтому почерки были, с одной стороны, ну, это были определенные шрифты, с другой стороны, индивидуальные особенности тоже есть. Вот, соответственно, это тоже исследуется. То есть внешняя критика — это вот берем материал и анализируем все за исключением содержания, в принципе, этого материала. Это, в принципе, выявление подлинности, то есть насколько текст, который нам представлен, действительно относится к периоду, о котором он сообщает, ну или, по крайней мере, когда он был переписан, скопирован, в каком веке, в каком скриптории это происходило. Сейчас доходит иногда и до такого. Византиноведы, они вполне, знаете, И до такого доходят, да, в какой монастыре, в каком веке та или иная рукопись была, в принципе, зафиксирована, сделана. Затем, что следует после этого? Затем следует внутренняя критика источника. Это уже анализ содержания. То есть, понимаете, когда мы установили подлинность текста, то есть мы выявили, что вот это, допустим, текст, который был переписан где-нибудь в веке в IX, то есть это, по крайней мере, не какая-нибудь фальшивка нового времени, когда этим периодически развлекались интеллектуальные люди. Вот. На этом все не останавливается. Да? Выявить подлинность не значит совершенно, что текст, который перед нами находится, сообщает нам какую-то ценную и достоверную информацию. Вот. Затем идет внутренняя критика источника, но о ней я, наверное, несколько подробнее скажу дальше. Вот, собственно, на уже конкретных типах источников. Какие источники у нас есть об античности, если уже так сужать до той темы, о которой мы сегодня будем в основном говорить? Вот, в целом я бы разделил античные источники на 5 основных групп, категорий. Первая группа — это в очень широком понимании письменные источники. Теоретически некоторые другие тут тоже являются письменными, вот, но я здесь, как говорится, пытаюсь уйти от термина «повествовательные», потому что далеко не каждая рукопись и теперь изданная книга, она содержит именно некое повествование о прошлом. Иногда, знаете, это и научные трактаты какие-нибудь, вполне, как бы мы сказали, естественно научные с точки зрения античности, да, вряд ли их можно считать повествовательными. Хотя такие элементы там тоже будут содержаться, но письменными источниками это, безусловно, является. А второй вид — это эпиграфические источники. Под эпиграфикой у нас понимаются надписи на твердых материалах, в первую очередь на камне и на глине, ну еще, собственно, есть иногда на железе. Затем третья категория — это папирологические. Вот здесь как раз папирусный фрагментик. Я про них, на самом деле, говорить практически не буду, потому что папирология, она, конечно, своя сфера науки, я ей никогда в жизни не занимался, но что в папирологии ценно? Это источники, которые до нас доходят из Египта, с 4 века до нашей эры Египет находится, ну, уже полностью в орбите греческой античной цивилизации. После завоевания Александра Македонского там устанавливается через некоторое время династия Птолемеев, и, соответственно, что нам на этих папирусах доходит? Во-первых, очень ценно, что у нас порой доходят тексты греческой культуры, но, опять же, известно, что там была Александрийская библиотека, и, ну, естественно, она до нас не дошла, она погибла в ходе различных событий, но были и частные библиотеки, и периодически находятся новые папирусные фрагменты, и каких-нибудь есть фрагменты Гомера, например. Вот самой, наверное, громкой находкой была находка на папирусах Афинской политии Аристотеля, это его известный трактат с описанием государственного устройства Афин в древности. До этой находки нам не была известна ни одна политея Аристотеля, ну, то есть по названиям мы их знали, текста не было ни одного. Вот после этой находки у нас целая одна политея. Есть его из, по-моему, 140 с лишним текстов.
Соответственно, за счет папирусов это было. Кроме того, там есть хозяйственная документация, личная переписка, потому что папирус в Египте был, ну, все-таки не самым дорогим пищевым материалом, и, соответственно, на нем можно было там обмениваться записками. Если представляете русскую историю, это очень напоминает берестяные грамоты в Новгороде, где тоже много такой вот бытовой переписки есть. Затем археологические источники, ну тут понятно, да, это объекты материальной культуры, то есть все, что производит цивилизация, что мы извлекаем из земли после нее, и нумизматические источники, собственно, монеты, которые до нас доходят. Теперь по этим пунктам, я думаю, пробежимся, собственно. Письменные источники. Первый вопрос, который здесь есть, ну, собственно, начну, как бы сказать, обобщающе с вопроса подлинности. Вообще, вы могли задаться вопросом, когда я говорил в первой части своего выступления о том, что все-таки пергамен и папирусы, они долго обычно не сохраняются, ну, на тысячелетия, по крайней мере. Всегда можно задаться, этим вопросом даже задавались, вообще откуда мы знаем, что тексты, которые у нас есть от античности, они подлинные. Ну, не в смысле того, что они были переписаны в средние века, да, а в том смысле, что они не были написаны в средние века, когда были реально сделаны те рукописи, в которых мы эти тексты знаем. Вот, и чтобы, наверное, на этот вопрос ответить, нужно несколько слов сказать вообще об истории рукописной традиции в античности и, собственно, какие этапы это все прошло. Собственно, да. Как я уже сказал, в античности тексты повествовательные существуют в виде рукописей. Как появляются эти рукописи? Ну, естественно, это авторские тексты. Великие, так сказать, умы древности, античности писали эти тексты от руки. Затем, видимо, каким-то образом переписывали и размножали. То есть про эту сферу, на самом деле, мы знаем достаточно слабо, особенно в классической Греции. О том, как именно труды Геродота, Фукидида там увеличивались в количестве копий, как именно они до нас как именно они тогда, собственно, появлялись. Про Геродота мы, правда, знаем, что он фрагменты своего труда пока еще писал, читал в самих Афинах, об этом традиция вроде как достаточно уверенно свидетельствует. Вот. Но тем не менее, судя по всему, какие-то такие своеобразные издательства, где несколько человек переписывало эти труды и потом, да, видимо, довольно дорого продавала их желающим. Судя по всему, такие издательства все-таки были. Ну, издательства в кавычки, да, как визуально беру, естественно. Вот, что далее? Где-то в 4-3 веках до нашей эры у нас появляются первые библиотеки рукописи, о которых мы даже неплохо осведомлены. Очень ценная библиотека, например, была в аристотелевском Ликее, собственно, школа философская Аристотеля, в которой была большая библиотека рукописи Платона, Аристотеля, других видных философов. Ну, школа Аристотеля, она, в принципе, была очень плодовита. Огромное количество текстов они писали, естественно. Они уже опирались на какую-то более раннюю традицию, на документы. Античные авторы, кстати, их периодически цитируют тоже. Вот. Собственно, появляется эта библиотека. Она была одной из первых. Судьба ее, к сожалению, была достаточно трагическая. Один из схолархов этой школы, ну, то есть руководителей, да, этой школы, в свое время перевез ее из Афин к себе на родину, ну, а его наследники, как говорится, оказались людьми не слишком интеллектуальными, поэтому они все эти рукописи свалили в подвал, и только через там некоторое время эти документы были снова извлечены и вошли в тогдашний античный научный оборот, их снова стали читать, переписывать и ими пользоваться. Вот, в эллинистическое время, собственно, появляются и библиотеки, ну, как мы сейчас сказали, государственные. Это были, в принципе, царские библиотеки, самые известные в Александрии. Естественно, это было связано не только с какими-то, ну, интеллектуальными запросами, но и с престижем определенного государства, потому что вот Александрия, столица державы Птолемеев, центр греческой культуры в Египте, и у них крупнейшая библиотека. По образцу Александрийской была библиотека в Пергаме, тоже Пергамское царство, кстати, не самое крупное, откололось от державы Селевкидов, как раз очень крупные державы Селевкидов, и пергамские цари тоже позиционировали себя как покровители культуры, и, собственно, тоже у них библиотека, и как хранилище рукописей, и как
центр интеллектуальной жизни тоже был. И, кстати, библиотеки тогда это... Ну, если мы говорим про эти царские библиотеки, это не только место, где рукописи хранятся, но и место, где они читаются, каталогизируются, переписываются. Там, в принципе, можно сказать, появляется сама филологическая работа как таковая, потому что важная задача, которую, например, решали александрийские филологи, это реконструкция текста Гомера, потому что есть, было, естественно, много разночтений, они до нас сейчас доходят иногда вот, в папирусах в Египте, периодически находятся строки из Гомера, которые в нашем, как говорится, тексте «Илиады» и «Одиссеи» не присутствуют. Вот. Соответственно, александрийские филологи как раз занимались вопросом о том, где, собственно, подлинный Гомер, что в него, что стоит в нем оставить, что не стоит в нем оставлять. Вот, такой центр интеллектуальной жизни. Затем, в средние века судьба античных рукописей была, конечно, неоднозначной, потому что, с одной стороны, конечно, многие рукописи были потеряны, ну, понятно, средневековая история, история достаточно тяжелая в смысле военных событий, там сначала нашествие происходит гуннов и германцев, ну, гуннов, собственно, до Рима не доходят скорее, но германские завоеватели, собственно, города Западной Римской империи захватывают, потом, допустим, на Востоке происходит арабское завоевание. Не то чтобы все эти люди, которые это завоевывали, были, знаете, такими принципиальными противниками книжности и все уничтожали, как бы сказать, из спортивного интереса, скорее нет, но, как понимаете, все-таки интеллектуальные запросы поначалу вызывали не очень велики, и, ну, собственно, сама ценность книг, там, знаю, спасать их, вытаскивать из пожара, конечно, тоже никто бы не стал здесь. Хотя, собственно, и на Западе, и, кстати, на Арабском Востоке интеллектуальная традиция в какой-то степени не прервалась. На том же Востоке у нас некоторые античные тексты потом существовали и ходили, ну, а там понятно, да, и Александрия была завоевана, и Сирия, многие центры как раз греческой и римской культуры. Вот. Но если говорить про Средневековье, то здесь очень большую роль сыграли так называемые Каролинское возрождение на Западе при дворе Карла Великого, Македонское возрождение, это Византия, 9-11 век, если я правильно помню, при Македонской династии, когда, собственно, возникал интерес, ну, возрождение не случайно, да, у нас есть возрождение итальянское, вот, исследователи, занимающиеся средневековьем, они очень любят называть периоды, когда при каком-нибудь дворе или при какой-нибудь династии возникал интерес к античности новой, вот такими вот возрождениями, относящимися к конкретной династии или правителю. Вот, соответственно, там тоже происходит копирование этих рукописей, и, соответственно, они до нас тоже доходят. Вот чаще всего в копиях как раз 9-11 веков, ну иногда и некоторые более поздние. Собственно, а современный интерес к античности и уже издание рукописей античных, так что мы его можем, ну, прямо зафиксировать, начинается, конечно, с 15 века, с эпохи уже итальянского возрождения, ну, технически даже, наверное, с 14 века, когда там начинают действовать Петрарка, Боккаччо, Поджо, Брачиолини, очень известный был охотник на рукописи, за рукописями. Вот. И тут начинается действительно целая такая охота на рукописи. Деятели эпохи Возрождения их ищут, их выкупают, их воруют. Собственно, тогда появляется даже, не помню уже чья цитата, о том, что если преступление должно быть совершено, пусть оно будет совершено ради книг. Вот. Очень милая, по-моему, цитата. Вот. Собирают огромное количество рукописей, ну, естественно, на Западе в первую очередь латинские, изымают их из библиотек монастырей, в которых они часто были в довольно плохой сохранности. Некоторые едут ну, уже к тому времени, да, появившуюся либо Византию, либо уже появившуюся Османскую империю, и там выкупают уже греческие рукописи у местных монахов. Вот, соответственно, прибывает эта большая письменная традиция и начинает издаваться. Вот, соответственно, откуда мы знаем и можем судить, что эта традиция как бы нефиктивна, не написана где-нибудь в 9-11 веке или в 14-15 веках? Тут, видите, в принципе, я бы сказал, несколько таких... ну что ли, рассуждений можно предложить. Ну, во-первых,
Что нам говорит о том, что эта традиция достоверна? Во-первых, говорят об этом археологические находки, потому что их достаточно много, и они очень часто подтверждают ту информацию, которую мы видим в античных источниках. Причем иногда подтверждают, знаете, те вещи, которым историки не очень доверяют. Вот в качестве примера, знаете, у царя Митридата VI Евпатора, очень известная античная фигура, понтийский царь, Понт — это, собственно, царство, знаете, на юге Черного моря, современная Турция. Вот, Синоп, собственно, Митридатом был завоеван и стал столицей его державы. Вот, про этого самого Митридата Евпатора, по-моему, Плутарх пишет, что у этого Митридата была наложница, которая тоже воевала вместе с ним против римлян, и которую за особую храбрость он называл в мужском роде. То есть ее звали Гипсикратия, и он ее называл Гипсикратом. Ну и, соответственно, очень долго. Там не то чтобы даже, знаете, были, наверное, споры об историчности этого события, этого явления. Плутарх, как известно, автор не самый достоверный, поэтому все таким красочным историям от него обычно не очень доверяют. Пока, знаете, у нас в Фанагории, на Таманском полуострове, не нашли очень интересный постамент статуи. Статуи, поставленные, собственно, в честь этой самой Гипсикратии, где она называется ровно в мужском роде. Вот. И понимаете, здесь что еще? Да, есть папирусные находки, да, есть фрагменты Илиады, есть Афинская политея Аристотеля. И просто если мы предполагаем, что эта традиция эффективна, то что мы должны автоматически предположить? Во-первых, что где-нибудь там либо в XI, либо в XV веке существует очень мощная, знаете, интеллектуальная банда, которая создает огромное количество античных текстов, в которых есть... Ну, которые, с одной стороны, достаточно пересекаются, да, и сообщают нам какую-то достаточно такую синхронную информацию, с другой стороны, имеют и многие противоречия, да, потому что в живой традиции, как вы понимаете, письменно есть разные концепции, есть разные теории, да, это все показано определенную картину цивилизации, но... Знаете, это не стройная картина, да, это там не готовый сюжет какого-нибудь фильма или книги, да, где все перетекает по... таким линиям. Но, понимаете, это интеллектуальная банда, которую не расшифровали современные филологи, которые тоже, в общем, древние языки знают, она еще должна быть очень такая, как бы сказать, пророческая, потому что все источники, которые найдены после 15 века, они, в принципе, ну, фундаментально не противоречат той картине истории античности, которая у нас доходит из текстов 15 века. Ну, представьте себе, да, допустим, если предположить, что там Геродот, Фукидид сфальсифицирован, то почему текст папирусный Афинской политеи Аристотеля рассказывает нам, в принципе, те же самые истории, да, откуда, собственно, потенциальный, как говорится, фальсификатор это мог знать. Ну ладно, это, собственно, что касается подлинности. Да? То есть традиция у нас действительно очень большая, хотя и занимающая небольшие доли того, что реально было написано в античности, тогда текстов было, конечно, гораздо больше. Это, кстати, тоже очень интересный момент, потому что, знаете, у нас есть случаи, когда нам какие-нибудь тексты известны только по именам их авторов, вот, что был такой и такое писал, его где-то кто-то цитирует, а потом периодически какие-то фрагменты его находятся. И это тоже хорошо. Вот. А, кстати говоря, вот одна из самых примечательных, один из самых примечательных текстов – это речь императора Клавдия о принятии германцев в Сенат, прочитанная им в первом веке нашей эры. Собственно, и текст того же времени. Ну, собственно, император Клавдий сам был большим интеллектуалом. Речь, кстати, чем примечательная? Там сообщается очень много интересной информации о ранней истории Рима, потому что Клавдий, он... До того, кстати, императором, ну, он считался таким убогим, так сказать, в императорской фамилии. Его, как говорится, никто никогда не планировал видеть императором. Он им стал по большему счету, потому что во время переворота, когда убивали Калигулу, нужно было нового императора найти его, а тут Клавдий, как говорится, подвернулся, почему бы не сделать. Вот. Занимался не императорскими делами до этого, вместо того, чтобы воевать, он занимался изучением этруссков, писал работы по раннему Риму. В общем... Был какой-то очень сомнительный человек, в итоге, кстати, стал довольно успешным императором, собственно, придя к власти, там и Британию завоевал, и в целом империя при нем себя вполне неплохо чувствовала. Вот. Правда, его преемником будет Нерон, но это его приемный сын, так что тут он тоже, скажем так,
не то чтобы очень сильно виноват. Далее, хорошо, допустим, традиция у нас есть, традиция у нас подлинная. Что дальше? Да? Дальше нужно выявить, что в этой традиции содержится. И вот тут наступает на самом деле самая сложная часть, потому что вот особенно сложно для истории античности. Потому что мы должны, когда занимаемся историей, смириться с тем, что мы всегда ограничены объемом наших источников. То есть мы можем, конечно, заинтересоваться вопросом, чем завтракал Дмитрий Донской перед Куликовской битвой, или, там, не знаю, в каком году точно, и в каком, когда день рождения Геродота, например. Но мы этого не узнаем. У нас нет ни одного источника, который бы нам об этом сообщал. Мы, конечно, можем строить гипотезы, но эти гипотезы все в равной степени будут недоказуемы. Вот. И это на самом деле понятно, потому что, ну, представьте себе, да, история — это вот все прошлое. То есть это огромные тысячи, сотни тысяч, миллионы, миллиарды людей, которые по нашей планете ходили и что-то делали. И, естественно, понимаете, мы, скорее всего, не сможем даже, извините, написать абсолютно полную историю вчерашнего дня. Ну, потому что представьте себе, представить, что делал каждый человек вот вчера. Поэтому, естественно, мы ограничены некоторыми источниками, которые до нас доходят. Да, поэтому нужно смириться с тем, что на все вопросы ответ не получен будет никогда. Чем древнее мы берем периоды, тем, конечно, сложнее, тем больше вопросов, на которые мы никогда не сможем получить ответа, и тем более гипотетичными будут наши выводы. Вот, соответственно, как мы справляемся? Ну, собственно, вот у нас есть историческая традиция, как ее анализировать, как пытаться за этими текстами выявить какую-то историческую реальность. Лучше всего работает, конечно, перекрестный анализ текстов. Вот хорошо, когда у нас о каком-то событии, даже крупном, сообщает несколько авторов. Причем лучше, чтобы эти авторы были независимы друг от друга. То есть идеально, кстати говоря, когда они еще и представляют там принципиально разные традиции. С этим у нас обычно все достаточно плохо. То есть у нас не осталось, допустим, какой-то серьезной персидской традиции о походе Александра Македонского. Мы знаем его описание вот из греческой традиции. Что там другая сторона нам могла про это сказать, у нас, к сожалению, информации нет. Вот, в общем, если с разных сторон, то это, в принципе, замечательно. Если нет, хотя бы несколько авторов, которые как-то описывают эти события. Ну и здесь, собственно, идет дальнейший анализ. Да, если авторы разные и тем более враждебные сообщают нам что-нибудь общее, есть большее основание этому верить. Если они различаются в своем подходе и в своих описаниях событий, приходится определять, кто из них более достоин доверия, да, кто мог больше иметь информации, кто был больше заинтересован в том, чтобы какую-то информацию скрыть и так далее. Да, то есть такой анализ текстов, исходя из их авторов, их информированности и прочего. Затем, еще одна очень частая проблема, с которой мы сталкиваемся в истории античности. Вот с ней редко сталкиваются те, кто занимается более поздними периодами. Вот как я сказал в начале, да, мы не можем изучать сейчас наполеоновские войны, например, по «Войне и миру», потому что произведение художественное, произведение гораздо более позднее. В античности мы такой роскоши, как бы отбрасывать античные войны и миры и не рассматривать их, мы по большему счету лишены. Но вот есть у нас Геродот, да, который описывает греко-персидские войны. Описывает хорошо, описывает замечательно. И более ранний период описывает. Проблема в одном. Геродот живет несколько позже событий, которые он описывает. Вот. То есть понятно, что он застал греко-персидские войны, но он застал их заключительный период, до которых он свой текст не довел, этих греко-персидских войн. То есть он очевидцем этих событий не был. Но пользоваться мы им, в любом случае, нам им пользоваться приходится, потому что у нас нет альтернативы, да, у нас нет больше какого-то такого солидного описания, которое было бы ближе хронологически и которое бы сообщало тоже информацию об этих событиях. Вот, что в этом случае делается? Да, есть ситуация еще хуже. Есть ситуации, там, когда какая-нибудь поздняя античная традиция, какой-нибудь Диодор Сицилийский, который описывает историю от древности до своей современности,
Вот. Что в этом случае делается? В этом случае необходимо выявить источники, которыми пользовался автор. Откуда он вообще берет свою информацию? Здесь бывает просто, когда, допустим, автор дает какую-нибудь прямую ссылку или скрытую цитату, которую мы можем, как бы сказать, определить. Но, опять же, беда античности в том, что в ней не была распространена культура цитирования. Это сейчас, если мы, как говорится, ссылаемся на какую-то работу и пользуемся ею, да, мы должны оформить по всем правилам ГОСТа ссылку на нее. В античности такого не было. В античности, естественно, в лучшем случае мы видим просто упоминание, да, что вот такой-то рассказывает такой-то работе вот такую информацию. И то это бывает далеко не всегда. Соответственно, что здесь важно? Вот здесь как раз становится достаточно важен филологический анализ и разбор текста источника, то есть где какие фрагменты, допустим, выбиваются из стиля автора, где, может быть, какой-нибудь другой диалект. Вот это бывает, допустим, часто у Плутарха. Он жил достаточно поздно, но имел доступ к... Ну, естественно, у него была богатая литературная традиция под рукой, которая до нас не дошла, он периодически... и документами пользовался, вот, и периодически он их цитирует, но, естественно, не в кавычках, да, и определить, где именно у него цитата, бывает довольно сложно, но если он переходит, допустим, на какой-нибудь архаический дарийский диалект, пишет он там во втором веке нашей эры на кайне, так называемом, по-моему, греческом языке позднем, если у него есть архаический дарийский диалект с его фонетическими особенностями, ну, можно предположить, что здесь он что-то цитирует. Да, и, соответственно, мы должны с несколько большим вниманием относиться к этой части его труда. Вот. Ну, что может быть еще источником? Ну, Геродот, в принципе, своих информаторов часто называет, он описывает то, что ему рассказывали одни и другие, ну, он называет их по именам, но у него и письменной традиции предшествующей практически не было, поэтому приходится говорить, что там вот персы рассказывают такие-то, такие-то легенды, а вот у греков такие-то, такие-то легенды есть. Но, конечно... Вот, когда мы с таким сталкиваемся, нам, конечно, тяжело, как бы сказать, выявлять некую достоверность информации, которая получается, когда источник один и какие-то события рассказывает, со слов неких очевидцев или каких-то, ну, практически гидов, которые с ним там ходили в Египте, когда он там его посещал или еще где-нибудь. Вот, с Фукидидом, кстати, ситуация... лучше, да, он описывает Пелопоннесскую войну, в которой, в принципе, живет. Он сам был полководцем афинским в этой войне, и, в принципе, вот он описывает живую политику его времени практически, как очевидец событий, ну и как отчасти человек, принимавший в них участие. Вот, собственно, это, собственно, источники. Вот, и что еще очень важно? Вот когда мы занимаемся античностью, еще очень важный момент, что вот очень важно, знаете, некое соблюдение баланса. У нас в науке был, ну, допустим, есть такое направление, как гиперкритическое, это авторы, которые, в принципе, как бы, когда нет оснований доверять какому-нибудь автору надежных, они объявляют всю традицию фиктивной, ну, или какой-нибудь малодостоверной, и говорят, да что ваш Геродот, да, он явно какую-то ерунду написал. Это не очень, наверное, плодотворный процесс, не очень плодотворный подход, потому что он часто опровергается новыми находками. Ну, то есть, допустим, какое-нибудь есть упоминание о каких-нибудь событиях, им не доверяют, потом совершается находка археологическая, эпиграфическая, которая это подтверждает. Ну вот, например, у того же, по-моему, Плутарха есть рассказ о том, что великого афинского полководца V века Кимона подозревали в связи с собственной сестрой. И, собственно, но это опять же, как всегда, Плутарх рассказывает какую-то ерунду, и все спокойно с этим жили, пока однажды не найден был остракон, что это такое, расскажу немножечко позже, на котором было написано, что пусть Кимон убирается из Афины, заберет сестру Эльпинику с собой. Вот. После чего стало понятно, что Плутарх, ну, как бы сказать,
особенность личной жизни Кимана мы все равно не можем судить по этому, но, по крайней мере, мы знаем, что это слух, который ходил реально в Афинах 5 века, а не был придуман Плутархом 7 столетий позже. Да? И тут тоже гиперкритика, да, она возможна, но довольно часто случаи, когда она внезапно опровергается новыми находками. Полное доверие, естественно, совершенно необоснованно, потому что мало ли что нам могут сообщить. Поэтому, на мой взгляд, нужно как бы в каждом случае иметь достаточно веские основания, чтобы либо доверять автору, либо не доверять автору. То есть, почему мы в этом случае, допустим, можем Геродоту не верить? Геродоту можем не верить, например, когда он говорит о численности персидской армии, потому что он говорит о более чем миллионе человек. 5 век до нашей эры, представить себе логистику миллионной армии довольно сложно. У Геродота вряд ли были, знаете, штатные списки частей персидской армии, кто бы ему их в Афины бы отправил, если таковые вообще у кого-нибудь были. Идея завышения численности противника, она достаточно распространенное явление вообще в какой-нибудь исторической традиции, чтобы мы здесь ему могли смело не доверять. Но в каждом случае, мне кажется, важно понимать, где мы доверяем автору, где не доверяем. Да, еще что я хочу сказать про античность. Если событие какое-нибудь или явление упоминается в источнике, это делает событие вероятным. Его подробности все равно остаются под некоторым вопросом. Последний тезис здесь, что наибольшую ценность имеют те слова автора, которые не являются целью его труда. Почему? Понимаете, когда нам, допустим, Геродот описывает греко-персидские войны, и понятно, да, что он делает некоторую цель, ставит своей целью описание этих событий, это для него значимо. Он выстраивает какой-то связанный рассказ, у него там есть свои причинно-следственные связи, он пытается нам провести какую-то мысль, какую-то философию. Это все хорошо, но мы должны понимать, что здесь Геродот будет выступать все-таки в качестве такого заинтересованного лица, да, он заинтересован в том, чтобы мы согласились с его картиной того, что происходит. А вот если автор при этом нам упоминает какие-нибудь факты, которые для него, допустим, совершенно незначимы, вот это может быть как раз ценным. Например, если он приводит внезапное сравнение какое-нибудь, да, что здесь случилось то же самое примерное, как когда-то вот там, когда случилось то-то и то-то. Да, когда он сообщает о чем-то, что не является целью его труда, здесь мы скорее можем предположить, что он даст нам достоверную информацию, потому что ему не так важно нас в этом случае обмануть. В принципе, это, кстати, очень уместно для анализа практически любых текстов. Когда-то мне очень понравилось рассказ одного нашего специалиста по Великой Отечественной войне, который рассказывал, почему мемуарная литература как источник хуже, чем дневниковые записи и актуальная переписка. Как раз потому, что человек, пишущий некие мемуары, он выстраивает некое повествование. Да, он знает, с чего все началось, он знает, чем все закончилось. Поэтому промежуточные этапы он может выстраивать с точки зрения того знания, которое у него есть. Да, в дневнике, допустим, он ничего такого узнать изначально не может. И поэтому здесь особенно важно то, что как раз автор нам не хочет сказать, но все-таки говорит. В этом случае, описание материальной культуры может иметь ценность, потому что никто не описывает обычно материальную культуру своего времени, зачем и так все понимают, как и что происходит. Это что касается письменных источников. Что теперь касается других видов источников? Есть археология. Археология, казалось бы, это самый идеальный источник, потому что она в какой-то степени объективна. То, что мы выкопали, то у нас и есть. Да? Если мы извлекли из двухметрового раскопа из слоев каких-нибудь развалин какого-нибудь греческого города какую-нибудь керамику, прекрасно мы знаем, какого времени эта керамика. Да? Ее еще можно проанализировать, там, даже состав глины, в принципе, выяснить. Есть такие эксперименты, по крайней мере, с архаической керамикой 8-6 веков до нашей эры. На Западе еще 80-е годы проводились, у нас, подозреваю, тоже что-то такое должно быть, хотя
Здесь с боспорской нашей античной археологией я знаком меньше, чтобы судить, насколько у нас это проводится. В общем, археология дает, с одной стороны, объективную картину. Но, понимаете, здесь тоже есть некоторые ловушки, которые всегда стоит иметь в виду. Во-первых, те источники, которые мы получаем из раскопок, они обусловлены не только периодом, когда они были созданы, но и условиями хранения и материалом, из которых они создавались. Например, когда мы раскапываем любое античное поселение, есть риск сказать, что главное, чем занимались греки, это делали керамику. Потому что, когда вы раскапываете античное поселение, керамики там будет огромное количество, буквально из каждого, так сказать, слоя или микрослоя у вас будет огромное количество черепков выходить. Но это не значит, что они только этим занимались. Значит, керамика лучше всего доходит, потому что ткань сохраняется, допустим, на столетия и тысячелетия только в очень особых условиях, как и любая, в принципе, органика. Да, вам нужно отсутствие туда доступа влаги и кислорода одновременно. Ну, если там, допустим, болото и там влага, то там, конечно, органические предметы могут сохраняться в бескислородных условиях. Вот. Если говорить о металле, то тоже нужно, чтобы влажность была низкая, так можно более сухая, чтобы это все не проржавело. Вот. Поэтому керамика, она просто неубиваемая, поэтому ее много. Все остальное, оно вполне себе исчезает со временем. И вот это та аберрация, которую важно всегда иметь в виду. Даже археологическая картина, она не полностью объективна. Она нам показывает то, что до нас дошло. Вот. Второй аспект, который здесь нужно иметь в виду, это интерпретация того материала, который мы находим, потому что этот материал нужно описать, нужно сделать из него какие-то исторические выводы. И сам этот материал, он, кстати, здесь, кажется, часть текста у меня не влазит, сам материал это тоже немного молчалив. Вот в эпохе, когда у нас нет письменных источников и есть только археологические источники, это на самом деле эпохи, которые, нам известны поэтому, но многих вещей мы просто-напросто лишены. Например, мы находим статуэтку какого-нибудь божества. А что это было за божество, какие функции оно имело? Мы можем сказать только очень гипотетически, если у нас нет письменных источников. С греческой античностью здесь получше, да, у нас есть письменные источники, у нас есть археология, и мы можем как бы это сопоставлять. И это как раз дает неплохие результаты. Ну, если иметь в виду, опять же, вот эту разницу в количестве источников, которые мы находим. Вот, здесь, кстати, памятник, который я очень долго, в раскопках которого я очень долго принимал участие, это наше Северное Причерноморье, собственно, Восточный Крым, Керченский полуостров, одно из сельских поселений. Там, ну вот, можете, так сказать, оценить, да, поселение сельское, но вот по всему склону горы, каменные постройки там и даже мощенные каменными блоками такие мостовые имеются. Ну, очень плохо обработанными, тут совершенно, знаете, такая примитивная кладка из необработанных камней, но все же есть. Вот, соответственно, да, здесь проблема интерпретации, которая есть, и часто она, интерпретации бывают множественные. Ну, вот, например, из этого поселения люди в определенный момент просто уходят. То есть оно существует, существует, а потом не существует. И нет там, не знаю, каких-нибудь скелетов, нет следов сражения, просто люди собрали вещи и ушли. Причем в одном из углов этого поселения они оставили заложенное камнями помещение с терракотовыми статуэтками, глиняными статуэтками божеств, и там же был неподалеку найден большой клад в сосуде, ну, правда, большой по меркам нашего Причерноморья, там, сельского тем более, там монетки были в основном медные. Вот, но, тем не менее, достаточно приличная такая находка была. Что случилось? Чего они внезапно сорвались и ушли? Какая угроза их так напугала? Это, конечно, сказать тяжело. И здесь мы, кстати, видим еще одну проблему иногда античности. Вот если про события в материковой Греции нам источники сообщают довольно много, то какой-нибудь Боспор или восток греческой цивилизации, там, греко-бактрийское, греко-индийское царство, они на страницах источников текстовых очень редко встречаются, и их можно только вот по археологии и другим видам источников рассматривать.
Что еще у нас есть? Есть эпиграфика. Тут я даже, знаете, никаких комментариев по поводу ограниченности информации давать не буду. Чем ценна эпиграфика? Эпиграфика есть у нас разная. Есть так называемые лапидарные памятники. Собственно, это каменные надписи, которые в Греции выступали в качестве официальных документов. Ну, потому что когда вам нужно издать какой-нибудь закон важный и ценный, особенно в классическую эпоху и потом в позднюю классику, его нужно нанести на какую-нибудь стелу и выставить на всеобщее обозрение, ну или, по крайней мере, там, где с ним может население ознакомиться. Как кажется, в архаическую эпоху 8-6 века до нашей эры в основном вырезали эти надписи на деревянных таблицах, потом в 5 веке перешли, собственно, на каменные стелы. Эти документы, конечно, очень интересные цены, потому что там есть списки должностных лиц, там есть почетные декреты, там есть законы. Единственное, находятся они, ну, все-таки не так часто, как хотелось бы, и очень часто в плохой сохранности, потому что их часто использовали в качестве каких-нибудь постаментов для зданий, стройматериала. В принципе, они часто расколоты, и мы видим только часть, фрагменты этих надписей. Но когда они есть, это очень ценный источник. Вот. Единственное, для них стоит иметь всегда в виду, что законы, которые издаются, они нам, ну, скажем так, ну, всегда тоже требуется их анализировать, потому что закон не всегда нам сообщает о том, как происходит жизнь в обществе. Ну, например, если мы будем судить о, не знаю, современном российском обществе по правилам дорожного движения, по самому тексту закона, да, установкам, мы придем к выводу, что никто никогда не перебегает через дорогу на красный свет, да, и все их соблюдают. Ну, у нас же есть закон, да, там же все это написано, что будет, если нет. Но, как вы понимаете, совершенно не значит, что это именно так, да, и правила дорожного движения нарушают огромное количество людей и просто-напросто, ну, допустим, без данных о штрафах за их нарушение, мы полной картины жизни здесь, конечно, не увидим. Вот, что еще есть? И есть граффити и диппинти. Это оба типа надписей на твердых материалах. Граффити, разница чисто техническая. Граффити — это выцарапанные надписи какие-нибудь на керамике, на железе, на металле, на камнях. Диппинти — это нанесенные краской, если вы просто что-то пишете, рисуете. Вот. Этих видов довольно много. Это, не знаю, какая-нибудь настенная политическая агитация в Помпеях к этому относится. Ну, в Помпеях, кстати, много эпиграфики доходит, в том числе, знаете, и надписи на стенах каких-нибудь казарм гладиаторов. Вот, и многое другое. С моей точки зрения есть, ну, конечно, те, что, опять же, ближе мне всего оказываются, это эпиграфика такая, как остраконы и амфорные клейма. Вот остракон здесь сверху как раз против кимона. Остраконы — это, по большему счету, бюллетени для голосования. В Афинах существовал в 5 веке до нашей эры закон об остракизме, возможность во внесудебном порядке удалить из полиса любого гражданина сроком на 10 лет без конфискации имущества и лишения гражданских прав. Ну, через 10 лет он, соответственно, мог вернуться, но, кстати, чаще всего возвращались до истечения этого срока. Ну и, собственно, это вот бюллетень для голосования. Да? Острака — это, в принципе, глиняный черепок. Вот отсюда, собственно, название остракизма. Голосование на этих черепках. Чем ценны? Во-первых, они нам показывают, в какой степени политическую картину в Афинах. С другой стороны, да, у нас есть письменная традиция о политике афинской, Геродот, Фукидид и прочие, там Аристотель. Вот. А здесь мы видим где-то этому подтверждение, да, потому что находятся вот эти остраконы, где нанесены имена афинских же политиков, и мы можем, по крайней мере, говорить о том, что да, эти политики были, они были в определенных там политических связях. Единственное, конечно, у нас есть много имен, которые в письменных источниках не встречаются, и в какой-то степени нам остраконы расширяют количество людей, которые в этой политике участвовали.
Что еще интересно? В отличие от современных бюллетеней для голосования, на остраконах никто никогда не запрещал писать что-то, кроме имени того, кого вы хотите выбрать. Вот. Поэтому там можно прочитать совершенно разнообразные вещи, от примеров древнегреческой, так сказать, полуобсценной лексики, скажем так, что думали голосующие о том, за кого они голосуют, вплоть до, ну вот, повторюсь, да, с Кимоном, сыном Мильтиада, мы видим прямо подтверждение того, что были какие-то слухи в V веке до нашей эры. Вот, поэтому у нас есть остраконы, которые прямо особенно ценны, где, так сказать, чуть ли не стихотворные тексты бывают и рассказывают нам, дают нам какие-то факты о политической истории. Амфорные клейма тоже очень интересны. Это важный источник по торговле, потому что в позднюю классику, в IV веке до нашей эры, амфоры стали клеймить, то есть в важных центрах на амфорную ручку наносилось клеймо, на котором чаще всего была просто надпись, какой магистрат, то есть должностное лицо, был в это время. Иногда кто производил эту амфору, да, какой фабрикант, так называемое понятие, ну, ремесленник, да, какой это делал. Иногда эмблема полиса. Вот, собственно, здесь родосская амфорная ручка, там, если приглядеться, в серединке как раз таким, вы, кстати, да, по-моему, вот, да, вот здесь вот, есть вот цветок лотоса, цветок граната, конечно же, все. Оговорился. Вот цветок граната, который является символикой Родоса, собственно. Вот. Чем ценны эти амфорные клейма? Тем, что у нас их достаточно много, и, во-первых, это очень точно датирующий материал, потому что должностные лица в Греции, которые отвечали за, по крайней мере, за вот это вот клеймение, они же менялись каждый год в каждом полисе. То есть это у нас получается такая вот, по сути, ежегодная канва получается. Да? И дальше нам нужно датировать просто этих магистратов. А так как клейма часто попадаются в так называемых закрытых археологических комплексах, не так часто, как хотелось, что такое закрытый археологический комплекс, когда, захоронение, например, которое не разграблялось. Вот. Когда-то человека положили, в могилу, положили с ним какой-то сопроводительный инвентарь, закопали, все. Да? Если там есть какой-то датирующий материал, то есть какой-нибудь предмет археологический, который мы знаем, каким веком датируется, каким периодом датируется, даже десятилетием, мы все, что находится в этом комплексе, тоже можем датировать. Ну а дальше представим себе, да, там, если есть такая ручка, то автоматически мы примерно привязываем эту ручку к определенному периоду. Да, и вот, соответственно, ну а так как такой эпиграфикой керамической клеями занимаются уже больше 100 лет прицельно, как отдельной дисциплиной, то огромное количество таблиц, синхронизирующих всех этих магистратов, ремесленников, производителей и прочее, оно существует. Там, конечно, периодически, знаете, вспыхивают споры между эпиграфистами о том, нет ли там где-нибудь ошибок. Но это, конечно, только делает весь процесс ценнее. Вот. В эпиграфике, на мой взгляд, недостатков, как в источнике, нет, в принципе. Единственное, нужно иметь в виду, да, что далеко не всегда, если мы говорим по эпидарной эпиграфике, закон отражает реальную жизнь, и нужно иметь в виду, что она все-таки фрагментарна. Если бы у нас было больше эпиграфики, было бы, конечно, гораздо лучше. Ну и нумизматика, собственно, монеты, которые тоже являются очень ценным источником. Но у вас может сложиться впечатление, по самому факту, да, то, что это монеты, что монеты являются важнейшим источником, в первую очередь, для экономики. Вот. Здесь, наверное, не вполне так, потому что, понимаете, об экономике по наличию или отсутствию монеты мы можем сказать-то, по большему счету, очень мало. Почему? Мы даже относительное богатство того или иного полиса, например, на которых эти монеты находятся, сказать можем с трудом. Почему? Монета — это расходный материал. Понимаете? Монета существует, потом она, извините, в норме расплавляется, перечеканивается, да, становясь снова драгоценным металлом каким-нибудь. Используется снова, да, металл, который у нас был когда-то античной монетой, может много-много раз изменить свое положение. Поэтому, по большему счету, понимаете, те монеты, которые доходят до нас, это монеты уже высшие из обращения. Ну, либо их потеряли где-нибудь в мусорнице, да, или куда-нибудь уронили на поселении, там какой-нибудь бедный грек потерял свою единственную серебряную монету, а современный ученый ее нашел, как говорится, в этом
в этих слоях археологических. Либо это клады. Ну, клад, как вы понимаете, тоже люди делают, выводя деньги тем самым из обращения. Если вы возьмете, там, не знаю, золото и закопаете его где-нибудь, это золото из экономики, все, оно исчезло. И говорит ли это нам что-нибудь об экономике? Ну, как вы понимаете, люди редко делают клады, когда, ну, сподвигнутые к этому какими-нибудь экономическими мотивами. Ну, если у вас есть много денег, вы их, наверное, будете хранить и тратить. Да? Скорее, вы будете их прятать тогда, когда у вас есть какие-то подозрения в сохранности этих денег. И в итоге, что мы можем здесь сказать? Монеты как раз дают ценную информацию о политической жизни. Потому что, опять же, если вы видите, что где-то у нас есть клады в какой-то период, это, наверное, говорит о том, что жизнь стала как-то напряженна. Что есть какие-то политические обстоятельства, которые заставляют людей прятать ценности туда, где их никто не найдет. Да, когда, там, не знаю, вы спрятали, там какой-нибудь захватчик к вашему городу пришел, повоевал, потом вы, может быть, вернулись, выкопали эти деньги, у вас снова достаточно богатый человек. Да? Если захватчик, если случилось не очень хорошо, это найдут потом археологи, как говорится, через пару тысячелетий. О каких еще политических событиях могут нам рассказать монеты? И да, почему, собственно, монеты – это первое явление политической жизни? Потому что для развития экономики в древнем мире очень долго никакая монета, в принципе, была не нужна. Вот ради интереса, знаете, можете, там, не знаю, открыть какие-нибудь законы Хаммурапи и почитать их, вы там обнаружите достаточно интересные формы экономических отношений. Там есть, в принципе, понятие суды, там есть люди, занимающиеся ростовщичеством, там регламентируется их деятельность. Была ли у Хаммурапи монета? Да нет, там были весовые кусочки серебра, весовые кусочки металла, которые вот, определенный вес имеют, но на них нет чекана, понимаете? Деньги появляются до того, как появляется монета. И очень долго у нас на Древнем Востоке, в микенской цивилизации, даже в греческой, по сути, в самом начале, все функционирует именно этими весовыми кусочками металла. Зачем монета? Понимаете, монета – это в какой-то степени политическое решение, потому что ну вот у вас наносится чекан, на кусочек драгоценного металла. И, по сути, государство в лице полиса, там, не знаю, греческого, да, города, в лице какого-нибудь лидийского царя, оно берет часть вашей функции на себя. Оно говорит, вот в этом кусочке металла такое-то количество граммов серебра. Да, вот в нем такое-то достоинство. Вот мы нанесли туда чекан, мы об этом свидетельствуем. Кстати, именно поэтому чеканы, если обратить внимание, они охватывают всю площадь монеты. Это не просто какая-то блажь, да, это зачастую делалось для того, чтобы порча монеты была заметна. Если вы обрезали часть, чтобы уменьшить содержание драгоценного металла, это будет видно. Да, там вот голову Афины спилят, да, или вот, не будет идеального круга какого-нибудь. Вот, поэтому, если мы видим монету какого-нибудь центра, о чем это нам говорит? Это нам говорит о том, что у этого центра был политический суверенитет. Потому что обычно ни одно государство как-то, греческий ли это полис, какое-нибудь восточное царство, современное ли это общество, оно достаточно редко, отказывается от собственной валюты оно редко разрешает какой-нибудь политической единице на своей территории чеканить самостоятельную монету или производить самостоятельные деньги. Ну, это вопрос суверенитета, да, вы делаете деньги, это значит, что вы гарантируете их ценность, это значит, что вы являетесь независимыми, это значит, что вы можете эти деньги производите, никого над вами нет, кто бы вам это запретил. А если есть кто-нибудь, то он, скорее всего, и запретит вам делать эти деньги. Вот, о чем это нам еще говорит? Очень часто монеты являются показателем какой-нибудь политической жизни. Ну, например, восстал какой-нибудь сатрап против царя или какой-нибудь полководец, отчеканил свою монету, да, нам сообщили про его восстание, мы нашли эту монету, ура, у нас есть подтверждение, что такое реально был человек, да, и он действительно восстал и реально претендовал на какую-то политическую независимость. Вот, собственно, что еще? Как вы понимаете, на монетах тоже есть некая эмблематика. И из монет у нас, кстати говоря, вот есть символика полисов. Вот здесь вот афинские, знаменитые афинские совы.
голова богини Афины и, собственно, сова, ее птичка, и вот небольшая надпись Атхе, ну, начало, собственно, от Атхеной Афины, собственно, название, ну, или начало от богини, богиня тоже начинает с тех же букв, в принципе. Вот, это эпоха классики, 5 век до нашей эры. Когда дойдем до эллинизма, дойдет греческий мир, то там монеты чаще всего будут чеканить цари. Ну, естественно, там имперский Рим тоже это касается. И там, понимаете, монеты еще чем ценны. Они нам показывают этих царей, они нам показывают очень часто образы этих царей, причем образы пропагандистские. Ну, представьте себе, да, мы ведем речь о древности, как мы можем представить себе в древности массовую пропаганду, да, что наш царь крутой, он большой молодец, и он правильный, правильно почитает богов, побеждает врагов и прочее, прочее. Понимаете, ну вы с площади об этом рассказывать не будете, да, публиковать какие-нибудь тексты, так у нас нет газет, нет СМИ, да, нет телевизора, нет радио. Для этого хорошо подходят монеты, потому что монеты, они у каждого есть. На монете можно, так сказать, понятно вычеканить царя в каком-нибудь облике и добавить к нему какую-нибудь достаточно понятную символику, то есть, допустим, какой-нибудь слоновий скальп, так называемый, да, такой вот, головной убор в виде слона, если этот царь побеждал где-нибудь в Индии какого-нибудь противника и прочее. Да? То есть мы можем видеть такую, по крайней мере, идеологическую программу, которую проводит правитель. У римских императоров тоже мы это видим. Там, кстати, появляются, становятся довольно частыми коммеморативные монеты. Случилось какое-нибудь важное событие, в честь этого чеканится особый выпуск монеты, чтобы это было отмечено. Вот, поэтому монеты в первую очередь, конечно, очень важный источник по политической истории, который нам может многое сказать. Вот, ну и, собственно, завершая, я так, чтобы немного времени на вопросы оставить, вот, несколько еще хочу моментов сказать. Собственно, в связи с этим, что, какой общий итог мы можем подвести? Ну, откуда берут знания, я, в принципе, наверное, уже рассказал, но нужно еще несколько моментов, наверное, говорить. Собственно, какие у нас есть принципы у исторических исследований, особенно в античности, которые, ну, к сожалению, не всегда соблюдаются, потому что соблюдать их тяжело, очень-очень тяжело. Это несколько положений, я бы сказал. Во-первых, то, о чем я уже говорил, да, наверное, главный такой дисклеймер, который должен сопровождать античные исследования, ну и, в принципе, исторические исследования, что ответов на все вопросы ну, не будет никогда, потому что у нас чаще всего не сохранились источники, которые могут нам сообщить что-нибудь по теме, которая нам может быть интересна. Это не значит, что ну, заниматься этим совершенно бесперспективно и бессмысленно, потому что какие-то источники до нас доходят, и в них всегда можно найти что-нибудь новое, потому что всегда к источнику можно поставить какой-то новый вопрос, подойти к нему с такого ракурса, к которому еще никто не подходил. Ну или если с этим как-то не получается, можно выкопать что-нибудь новое в Египте, там, не знаю, при раскопках археологических источников и прочее. Потому что источниковая база такая у нас всегда пополняется. Второй момент. Для любых основательных выводов необходимо привлечение всей массы источников. Вот это правило, которое, мне кажется, чаще всего нарушается, ну, по понятным причинам, потому что, когда мы говорим об античности, вот очень разные виды источников, нужно быть специалистом практически во всех этих видах, нужно собрать огромное количество материалов, если мы о каких-нибудь событиях собираемся писать, да, у нас ведь не только есть письменные источники, у нас есть, вот, повторюсь, эпиграфика, нумизматика, иногда, знаете, даже вопросы исторической географии значимы, да, иногда важно даже просто съездить на места, где что-то происходило, и посмотреть, а как оно вообще выглядит. Вот некоторые коллеги, которые были в Месопотамии в современной, вот, рассказывали, что там очень легко себе представить, знаете, как, почему античные авторы такие миллионные цифры пишут для персидских войск, потому что там, знаете, такая вот огромная равнина, говорит, говорят, от одного горизонта до другого, и представить себе армию, которая сюда поместится, ну да, вот именно такое ощущение как-то и возникает. Вот. Ну и да, еще нужно один вопрос, момент, конечно, проговорить о том, что выводы в большинстве случаев будут гипотетичными. И в принципе, кстати, если
у вас встает вопрос, да, вот если вы находите какую-нибудь книгу, да, насколько она качественная, историческая или популярная, вот, знаете, на эти вещи всегда стоит обращать внимание, насколько автор, знаете, много источников приводит в, скажем так, в списке источников литературы, причем, имейте в виду, да, у историков эти понятия различаются. Ну, я дал понятие исторического источника, да, но не оговорился, что вот в отличие от многих других гуманитарных дисциплин, труд какого-нибудь современного автора – это литература, это историография, это не источник. Да? Он опирается на то же самое, его мнение самостоятельной ценности для нас не играет. Мы не можем на него опираться без учета того, что, ну, без учета его аргументации, того, откуда он эти выводы берет. Вот. Ну и, соответственно, да, у нас редко какой исследователь будет, знаете, в заключении писать, что я совершил эпохальное открытие, я сделал то, что еще никто никогда не делал, я большой молодец. Чаще всего он будет достаточно аккуратен в своих выводах и напишет, что вот мы тут кое-что уточнили, кое-что выявили, вопрос сложный, нуждается в дальнейшем исследовании, по большему счету, потому что, ну, представьте, да, это огромный мир, огромное количество источников, и каждый раз, когда мы даже делаем какой-нибудь вывод, всегда должны иметь в виду, что любой новый найденный источник их может очень серьезно скорректировать, потому что источников не так много. Вот такая получается полудепрессивная лекция, если судить по итогам, но мне кажется, это весело, когда материалов мало, и из них нужно что-то выжимать. Вот, есть ли вопросы? Ага, Иван Сергеевич, можешь свет включить, кстати, побольше, вот, да. Да, у меня вообще много вопросов, не знаю, живого историка вижу. Обычно мертвых, простите. Да, ну ладно. Ага. Ну, наверное, первый вопрос хочу задать. Угу. То, на что, вот, на какие процессы в современном обществе может повлиять какие-то открытия, ну, или новые данные из находок в античном мире там, или средневековом, да, какая-то новая реконструкция, которая может повлиять на современные процессы. Там, не знаю, может быть, уладить какой-то военный конфликт. Вы знаете, сомнительно, понимаете? Тут просто мы находимся немного в разных плоскостях. То есть, ну, античность – это, безусловно, как бы некая эпоха, некая историческая эпоха, да, которая была, которую мы можем изучать. Когда мы говорим о… Вот то, о чем вы говорите, это, по большому счету, знаете, такая своеобразная рецепция античности. То есть что такое рецепция? Да, это когда мы берем какие-нибудь образы, символы, какие-нибудь события прошлого и используем их в своей современной жизни. То есть если вы назвали, например, магазин Гермесом, вы тоже сделали рецепцию античности, да, вы применили известный античный образ для того, чтобы сделать свой продукт узнаваемым. И здесь просто понимаете… Рецепция античности, она не зависит, по большему счету, от самой античности, она зависит от современности. Поэтому вот маловероятно, что что-то такое может случиться, что как-то вот прям серьезно окажет влияние на политические процессы, потому что политические процессы определяются не какой-то, ну, объективной исторической реальностью прошлого, они определяются объективной политической ситуацией настоящего, как бы, и… Я с трудом представляю, знаете, какую-нибудь находку, которая там все перевернет. Даже не знаю, какой пример. Хорошо, да, чтобы было нейтрально как-нибудь. Представим себе, что, ну не знаю, так чисто гипотетически, да, Я сейчас придумаю теорию заговора, прошу ее ни в коем случае не воспринимать всерьез. Допустим, представим себе, что сейчас в Латинской Америке выясняют, что великий освободитель Симон Боливар был, не знаю, английским агентом антииспанским. И что произойдет? На что Латинская Америка скажет: ребят, испанцы, мы были так перед вами виноваты, давайте снова в империю? Да нет, конечно, да, времена совершенно прошли, и как-то это повлиять реально не может. Тут… Увы, ну или не увы, не знаю, наверное, скорее не увы. Вот. Поэтому нет, все определяют современностью. И даже то, к чему мы будем обращаться в прошлом, это определяет современностью очень часто. Ну, то есть те темы, которые будут популярны и прочее. Да. Ну,
целом, да, какие-то есть вот, утилитарные выгоды, да, из истории как науки? Или история как наука, она, ну, вот, чисто вещь в себе? Вы знаете, тут вопрос интересный. Я бы сказал так. Мы... Я бы сказал, наверное, так, что утилитарное влияние исторической науки на нашу реальность — это вещь темная, и исчислению не подлежит. Я не скажу, что, понимаете, этого влияния совершенно нет. Почему? Потому что, понимаете, история, как и многие другие дисциплины, которые у нас есть, она определяет мировоззрение людей в какой-то степени. Да? Ну, то, что мы слушали в школе, то, что мы читаем где-нибудь в публикациях каких-нибудь, средствах массовой информации, это нас формирует. Вот, другая проблема, понимаете, на мой взгляд, мы никогда не знаем, как именно это формирует человека. Ну, понимаете, у вас, там, не знаю, один человек прочитает, несколько человек прочитают одну и ту же книжку и сделают совершенно разные, могут, мировоззренческие выводы из нее, да. Один прочитает и скажет, вау, крутой текст, там, не знаю, стану историком, другой прочитает, скажет, ух, какая ерунда, почитаю лучше Фоменко, он веселее пишет, легендарного, так сказать. Вот. В общем, интеллектуальный какой-то ресурс возрастает. В какой степени, да. Добавьте, Иван Сергеевич, вы ближе меня к современности находитесь, поэтому можете, да, может быть, это только поближе. Да, я скажу, допустим, что, скажем, современная Америка, вообще Америка государственная, сформирована, очень важно, какой миф. Миф тут, это не то, что байка, не то, что какая-то история, которой не было, это то, что вот кто мы такие, и, скажем, система управления Америкой, сейчас без всякой конспирологии, это, конечно, в каком-то смысле там косплей Римской Республики. Сенат, град на холме. И политологи, там часть политологов, которые, я имею в виду не только там отечественных, но и зарубежных, они используют, ну, чтобы прогнозировать, что будет там, не обязательно, что будет в Америке, чтобы понять устремление этих сенаторов, как работает система, какие будут проблемы. Ну, как бы, как говорят американцы, Андрю Хомбок, изучи историю Рима базовую хотела. Поскольку это то, что у этих людей в голове. Это мы сейчас без похвалы, без осуждения, просто если ты хочешь понять, что, скорее всего, будут делать люди в определенной стране, в определенном обществе, то нужно работать дальше. Ну, если как бы добавлю так вот, я, в общем, если проанализировать, там, не знаю, вообще, взять любую страну, взять практически любую политическую систему, где есть там хоть какое-то управление, какие-то там выборы или, скажем так, некий транзит власти. Вот те люди, которые будут анализировать, принимать эти решения, там будут обязательно историки, филологи, философы, культурологи. Скажу, что это вещь, ужасно, математик, физика почти не будет. И здесь можно сказать, что потому что не нужно, но потому что те математики, физики, которые присутствуют, это те люди, которые, там, которые стали немножко гуманитариями. То есть просто я скорее там больше не историк, да, у меня больше там я занимаюсь, чем занимаюсь. Хороший вопрос, но, в общем, скорее всего, мне больше не история. Если хотите понять, как работает человеческое общество, вам, ну, знание истории помогает понять вот эти слабо формализуемые связи. Вот если совсем заходить в подробности, вот, допустим, есть такой ИПУРАН, наверное, знаете, институт. Они там периодически занимаются поиском, ну, такая задача есть, поиск идеального кандидата. Сколько там пересечения интересов определенных подписчиков, определенных политических кандидата, кто лучше всего подходит к определенной аудитории. Мы говорили с коллегами, с которыми там, ну, там по выборам немножко работали, такими политтехнологами мощными. Они сказали, это, конечно, очень интересно и не имеет никакого отношения к реальности. Потому что это такая модель, которая очень интересна, но она там не будет работать там какое-то время. Может быть, конечно, мы подключим, не знаю, там GPT-37, и она нам все раскроет, но пока... Когда мы пытаемся понять сложные общества, то вообще сложные структурированные, сложные структурированные общества, как они работают, как передаются идеи. Причем идеи могут быть совершенно старинные, мы хотим, не знаю, там понять, как там распространялась французская кулинария по другим государствам. Это такая будет более абстрактная тема. Или мы хотим посмотреть, как мнение там, касательно какого-то политического события, допустим, трансформируется. Мы будем использовать разные математические инструменты, но формулировать эту задачу мы будем вот отсюда. Вот. Ну, как-то так. Вот это по такому опыту более...
Практическому, да. Да. Я-то, понимаете, здесь с академических этих, скорее соображений. Вот, как это сказать, я, знаете, редко встречал исследователя у нас в антиковедении, который бы занимался чем-то античным, потому что это, ну вот, утилитарно и актуально. Скорее, о, какая интересная штука, надо исследовать, что это такое. Да. Вот, поэтому да, тут отчасти, я, знаете, представитель того крыла, которое говорит, не используется наше знание, и прекрасно, и не надо, мы и так прекрасно этим будем заниматься. Вот, но, вот, Иван Сергеевич тут прокомментировал. Да, пожалуйста. Ну, такой немного про другой вопрос, просто интересно, вот, на основе этих источников, ну, вот, как бы, на основе источников, насколько достоверно мы можем воспроизвести именно образ жизни? То, что какие-то события там, что образ жизни, потому что это же влияние на интерпретацию того или иного, ну вот, для того или Да, вот это сложный на самом деле вопрос, и, ну, единственное, здесь я бы сказал так, что, что касается образа жизни, здесь, мне кажется, у нас планомерно все лучше и лучше обстоят дела, потому что все больше и больше археологии, и вот даже вот та сельская местность, которую я показывал, да, вот сельское поселение на Боспоре, ведь, по сути, бедные крестьяне, там очень небольшие помещения, необработанный камень, все остальное, ели свои хлебные лепешки, ловили рыбу, морепродукты, скорее всего, ну, какое-нибудь вино и оливковое масло тоже до них доезжало, но люди явно жили не самым богатым образом. Вот, и да, это здесь становится лучше, но видите, в чем здесь проблема? Люди очень редко ведь пишут, особенно в исторических трудах каких-нибудь, о том, что их повседневно окружают. Вот, действительно, это очень большая проблема, потому что Геродот, понимаете, он не пишет, как живет современный ему афинянин, он пишет о том, что пришел к нам Ксеркс, и мы с ним воевали. Вот, и здесь что помогает? Очень все-таки разнообразные источники, потому что у нас, например, есть то, что я совершенно никак не отразил здесь, например, судебные речи афинские. А ведь там судебные речи, они не только какие-нибудь политические, там есть и что-нибудь банальное, да, вроде застал муж жену с любовником, убил любовника, вот теперь мужа судят, как бы он доказывает, что все хорошо, да, что он имел право на это. Но и там помимо самой защитительной речи, там ведь и описание быта есть, потому что там будет описание самого преступления, да, где, естественно, он будет рассказывать, там, сколько этажей в доме, какие комнаты, где кто находился. И понятное дело, да, что мы как, что если бы мы были афинскими судьями, мы могли поставить состав преступления там под вопрос или не под вопрос, да, но вряд ли он, знаете, будет обманывать и как-то описывать свой быт не таким, каким он был на самом деле здесь. Вот, единственное, видите, картина античного быта у нас и мировоззрение античного. В чем у нас еще большая проблема? Понимаете, она у нас получается слишком обобщенной. Потому что у нас источники достаточно разного времени, зачастую достаточно разных регионов получаются, и свести их в общую картину, наверное, можно, но вот для меня всегда, на самом деле, это очень болезненно, когда мы не можем какие-то вот региональные различия или социальные различия проследить, потому что те тексты, которые у нас есть, да, те же самые афиняне, которые в своих судебных речах о чем-то говорят, вот они описывают жизнь своих Афин 4 века до н.э., то, как она происходила. Естественно, можем ли мы это распространять на какой-нибудь Боспор того же времени, да, наше Северное Причерноморье? Вопрос. Можем ли мы это распространять там на 200 лет раньше, в эпоху архаики, тоже вопрос. И в этой связи, ну, как бы, становится лучше, но до идеала, как говорится, далеко. То есть, в общем, мы представить себе быт греков, их мировоззрение можем, но это именно такие, знаете, немножечко обобщенные греки. Нам будет сложно понять, чем грек там Афинин 5 века отличается от Афинина 4 века, да, какие у них были отличия. Кстати, еще из источников, которые могут такие бытовые вещи сказать, и которые, кстати, показывают сложность, то, знаете, это, например, античная комедия. Один из самых сложных для интерпретации вообще текстов возможных. Почему? Потому что это юмор, юмор актуальный, юмор, извините, очень пошлый и очень политический. И очень часто мы его просто, ну, не очень поймем, потому что, ну, это как, не знаю, как взять
Ну, может быть, поймете аналогию здесь. Я этим для интереса занимался. Сейчас я, допустим, сталкиваюсь часто с проблемой, что когда я студентам рассказываю какой-нибудь политический анекдот там 30-х-40-х годов или 50-х-60-х, мне нужно объяснять, а в чем тут соль, да, в чем шутка-то была, а какую там обстановку жизни, какие реалии жизни, какие политические события, эта шутка вообще высмеивает. Вот. Ну, как бы для меня это кажется очевидно, для нового поколения уже нет. Но представьте, здесь 2500 лет прошло, для нас это очень тяжело. Но тоже, кстати, какие-то элементы жизни показывают. То есть там высмеиваются иногда и такие базовые вещи, вроде рынка, где все кричат и что-то предлагают продать и прочего. Вот поэтому, ну, тут как бы... Есть чем работать, но до идеала очень далеко. Вот. И все-таки, да, помимо исторических текстов, у нас, к счастью, есть вот разные виды источников, которые не описывали нам историю, а описывали, шутили про современность, пытались как бы оправдаться в суде в этой самой современности. Вот это здесь можно. Вот. Надеюсь, ответил здесь. Еще? Ага. Угу. Само поселение — это 2-1 века до нашей эры, или 1 век до 1 нашей, вот где-то этот диапазон. Там просто несколько поселений было на этом месте, но вот развалины сами, ну, 1 век до нашей эры точно. Угу. А как, ну, участвовать, да? Да. Как определяются места? То есть, Я могу рассказать про эту, собственно, локацию, но, в принципе, знаете, первое, что работает при поиске античных памятников, это, ну, наши какие-то знания о письменных источниках, какие-нибудь развалины, которые есть. Вот. Это случай, когда у нас письменных источников, понятно, нет. Да, это сельское поселение, никто никогда не писал, что на этом месте была античная деревня или античный городок. Вот, и здесь работает так называемая археологическая разведка. Что это такое? Это когда археологи отправляются в путь. Это поселение, например, было найдено пешком буквально. То есть несколько, два человека вышли из Керчи и пошли, собственно, по бухтам на север от нее. А дальше, ну, что работает? Смотрите под ноги буквально, подъемный материал, есть керамика под ногами или нет, античная. Во-вторых, смотрите на ландшафт. Да, вот это поселение, например, оно находится в очень такой укромной бухте, в которой хороший выход к морю есть. И, собственно, я общался с тем человеком, который это открыл, он нам лекцию когда-то про него читал, он говорил, что, ну вот, мы, говорит, шли, нас застал дождь, мы засели здесь в грот, потом вышли, посмотрели, такие, ну, греки здесь могли жить, очевидно, могли. Потом бьется так называемый шурф, это небольшой раскоп, метр на метр или два на два делается, который не ставит задачу исследовать место, который ставит задачу найти, есть ли вообще культурный слой. Культурный слой — это тот слой земли, в котором есть остатки деятельности людей, жизни людей. Да? И, собственно, шурф забили, пошла керамика, пошли строительные остатки, собственно, так вот было найдено поселение. Вот. Не так давно это, по-моему, в 70-е годы его нашли, ну тут, потому что Восточный Крым в советское время долго был полигон, господи, полигон же правильно, да, ну, авиа, по-моему, там отрабатывались бомбардировки, собственно, и, ну, поэтому долго был таким закрыт, когда его, собственно, открыли, вот, собственно, наши археологи туда отправились выяснять, чего, как, где есть ценного. Ага. Угу. Фотографии поверхности. Вы имеете в виду аэрофотосъемка, да, и выявление по ландшафту? Не, вы знаете, это ценная вещь, но, кстати, даже не для каких-то, зачастую не для каких-то выявлений поселений, потому что, вот, допустим, вот это поселение вряд ли бы так удалось найти. То есть там нераскопанное пространство, оно не особенно как бы отличается от простого ландшафта. Там, я думаю, ничего такого не удалось бы особенно выявить. Но, например,
В Севастополе, там, где находился Херсонес, древний город, например, с помощью аэрофотосъемки и вот фиксации, да, фотофиксации такого вот большого ландшафта, например, реконструируют межевание античное, собственно, участки, которые там были, городские. Ну, собственно, греки занимались земледелием, даже горожане занимались земледелием, там не было городов, в которых не было бы земледельцев, и, соответственно, ну вот это общественные, ну, угодья, которые были разделены на отдельные клеры, участки, и которые принадлежали горожанам, которые их обрабатывали. Это было зафиксировано. Сейчас, кстати, знаете, еще интересную вещь делают. Правда, на античных раскопках я ее не видел. На средневековых русских раскопках я видел, это, знаете, не просто, особенно в лесной зоне хорошо, не просто фотографирование, а использование тахеометра. Это прибор такой, который позволяет фиксировать с привязкой к реперам и вообще к карте уровень ландшафта. Собственно, когда вы, допустим, по лесу ходите, там какая-нибудь трава, но здесь было древнее поселение или какие-нибудь курганы, можно, как говорится, с помощью тахеометра вот зафиксировать это пространство и, допустим, найти какие-нибудь возвышенности или еще что-нибудь, которые можно покопать, да, которые, скорее всего, являются чем-то ценным таким. Вот. Тахеометр часто у нас геодезисты используют. Вот. Я его после того, как я познакомился с этим прибором, я его стал часто видеть на улице, как кто-нибудь там что-нибудь такое делает. Вот. Поэтому ценное тоже дело, конечно. Знаете, вот какие-нибудь громкие истории, где... Ага. Историки, ага. Да, были в чем-то уверены, вот, там, не знаю, на протяжении 100 лет, угу. Строили свои гипотезы, строили, и потом что-то находят, и вот все, надо ломать и заново передумывать это. Ну, находят какое-то опровержение, да? Да, я понял вашу эту, но, знаете, я сейчас не придумаю, наверное, такого этого. Ну, то есть, если мне хорошенько покопаться в памяти, я, может быть, что-нибудь такое соображу, но сейчас, я боюсь, у меня сходу ничего такое не придумается. Вы знаете, тут просто проблема, знаете, вот... тут проблема, я бы сказал, средств массовой информации зачастую, да, потому что, ну... У историка и у журналиста у них часто интересы немного противоположны, да, то есть журналисту нужна сенсация, исследователю нужны, так сказать, ясные и фундированные, понятные выводы, да, и понятно, что у нас когда какая-нибудь, знаете, новая громкая сенсация, это, ну... Вот, это в интересах, в первую очередь, СМИ, которые могут сказать, вау, у нас крутая штука найдена. Потом через полгода сказать, вау, эта крутая штука была подделкой. Потому что ее проанализировали и выяснили, что не то. Ну или наоборот, может быть, ее подтвердили и все хорошо. Но, знаете, кстати говоря, вот очень интересные процессы, которые вызывают разные ассоциации у СМИ, у масс и у историков. Это, допустим, история капиталистской волчицы. Может быть, слышали, вот эта знаменитая статуя их, да, с двумя младенцами, Ромулом и Ремом. Лет 10 или 15 назад началась кампания. Ну, искусствоведы, занимающиеся, они ставят под сомнение ее подлинность, то есть, что это может быть средневековое изделие вполне себе. И это привело к большим публикациям СМИ, вроде там вот капиталистская волчица, подделка. Безусловно, конечно, значимый факт, да, для наших этих, но с точки зрения историка, который занимался бы Римом, на это скорее можно сказать, ну и что? Ну, у нас есть символика римская, она, если память изменяет, на монетах она есть. Само понятие капиталистской волчицы, оно известно. Если у нас конкретная статуя является как бы вещью недостоверной, ну, наше знание о идеологии и взглядах римлян это мало как бы меняет. Это вот убирает нам одно свидетельство, но оставляет все остальные. Поэтому интересно, но вот так. Но в целом, вот, ну. Историческая наука развивается как-то непрерывно, или там что-то находит, потом происходит резкий подъем. Я бы сказал, скорее, не, ну, понятно, что везде немного могут быть такие эти. Я бы сказал, скорее, непрерывно, но видите.
Ну, просто потому, что историческая наука, она требует вот очень, как бы сказать, большого накопления материалов. Вот в этом отношении есть разница довольно серьезная с естественными науками, потому что, ну, есть, как бы сказать, не физика, а физика, к сожалению, только и математика со стороны, да, но, насколько я понимаю, физики, если ты там к 30 годам не совершил великое открытие, скорее всего, ты его не совершишь уже, да, и в математике. Не ручаюсь, здесь как бы исключительно со стороны не уверен, насколько это справедливо, да, но просто великие ученые, насколько я понимаю, физики, математики, они обычно довольно рано что-то такое создают. В истории ты до 40 лет редко докторскую защитишь, даже докторскую, да, потому что, ну, ты накапливаешь определенный уровень знаний, источников, которыми ты владеешь, все это, и потом можешь что-нибудь такое сделать скорее. Вот. Опять же, гуманитарная наука, бывали, ну, скорее даже, наверное, в филологии такие резкие прорывы, там какой-нибудь Кнорозов, который расшифровал письменность майя, сидя в... Вот, слушайте, не помню, где он там в сторожке сидел или в подсобных помещениях, собственно, с трофейными немецкими майянскими текстами. Вот. Ну, уникальный, скорее, пример. Такие редко у нас бывают. Вот. Но примеров, знаете, ну, сейчас не смогу. Если повспоминать, подумать, то, конечно, может быть, что-нибудь такое придет в голову. Ну, вот. Вот. Ну, не знаю. Вы знаете, со времен греческих авторов была дискуссия о том, македоняне — это вообще греки или не греки. Эпиграфик из Македонии теперь нашли достаточно много, и македонский язык — это диалект греческого языка, поэтому Александра Македонского греком мы можем считать, несмотря на то, что о нем думали сами его современники греки, которые говорили, какой он грек, он варвар, он пьет неразбавленное вино. Вот. Но говорил на диалекте греческого. Вот. Ладно, давайте, может быть, закончим.